самых ранних лет я мечтал стать супергероем. Моя семья была не очень богатая, да и особо за мной не следила. Я был самым настоящим беспризорником. Поэтому на протяжении нескольких лет я спокойно ночью приходил в старый заброшенный дом и читал там молитву Люциферу. Я молился ему, чтобы однажды он дал мне какую-нибудь способность, да такую способность, чтобы я мог отомстить всем обидчикам. И вот в один из дней я, как обычно, помолился, возвращался. Выстрел. Я был ранен. Все смешалось, что-то стало утягивать меня. А потом была тьма. Я не знаю, сколько времени прошло, но когда я очнулся, было темно. Вокруг была лишь одна тьма. Я понимал, что за мной что-то произошло, но я не понимал, что именно. Что со мной произошло? Кем я теперь стал? Это немного не то, чего я ожидал. И как так получилось? Все чувства сразу охватили меня. Страх, отчаяние, ужас и непонимание того, что происходит и что со мной произошло. Однако вместе с этим пришли новые чувства, уверенность, злость, ненависть. Я обнаружил неподалеку нож. Почти сразу же у меня появилось непреодолимое желание убить кого-нибудь. У меня такого никогда раньше не было. И вот я услышал чьи-то шаги. Так куда же я положил закладку? Кто здесь? Кто здесь? Это еще что за... Я смотрел тело. Неужели? Неужели я и вправду сделал это? Неужели я все-таки смог впервые в жизни убить человека? Однако, поразмыслив и осознав, что этот человек был далеко не идеальным, я немного успокоился. Теперь надо было уходить как можно скорее, пока никто не увидел это. Я ушел. Я покинул наш маленький городок и поселился в лесу неподалеку. У меня не было чувства голода. Я мог не спать целыми сутками. Но что это теперь была за жизнь? Стоила ли она того?